В Югре начались летние замеры мусора. В нескольких городах и районах округа работают приглашенные специалисты. Они взвешивают и замеряют отходы на площадках многоквартирных домов, частного сектора, магазинов, а также муниципальных предприятий и организаций. В каждом баке объем мусора измеряют с помощью линейки, а после опустошения взвешивают и сам контейнер. По итогам данных, полученных за 4 сезона, муниципальные власти рассчитают новый тариф за вывоз и утилизацию мусора. К примеру, в Белоярском районе обновленных нормативов ждут владельцы аптек, а также продуктовых и промышленных магазинов. Они считают, что стоимость услуги для юридических лиц в городе завышена.